Всем зрителям и подписчикам привет! Сегодня будем строить теплицу капля шириной 2, длиной 2 метра. То есть капля 2 на 2 метра, будет цельная дверь форточка в торце, стоять будет на брусе. Брус вот такой, красивого цвета. Пока приехали, разложились, приступаем к монтажу. Каркас теплицы у нас готов, выровняли, закрепили. Сейчас будем крыть поликом, потом обшиваем двери форточки, все прокручиваем. И уезжаем, теплица будет готова. Зашелся монтаж, напоминаю, строили сегодня теплицу, капля 2 на 2. Смотрим, форточка торцевая с одной стороны, цельная дверь с другой. Имеет систему подвязки, две нитки. Каркас сделан с профильной трубы 20 на 20, 20 на 40. Покраска полимеро-порошковым способом, цвет шоколад. Стоит все на брусе, брус 100 на 100, закреплен к земле с помощью якорей. Также сверху, помимо антисептика, покрыт еще пропиткой цвета палисандр. Имеются диагональные усилители для большей жесткости, резиновый торцевой уплотнитель для герметичности. Поликарбонат 4 мм 0,7 плотность, все торцы защищены торцевым профилем. Вот такая отличная, компактная, очень прочная и надежная теплица у нас получилась. А у меня на этом все. Ставьте палец вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока.